Давайте начнем с неожиданного. Да, Путин с начала полномасштабного вторжения ни разу не прибегал к такой любимой форме общения Кремля и вождя с народом, как пресс-конференция, прямая линия. И тут неожиданно российские власти объявили о том, что планируют в этом году и пресс-конференцию, и прямую линию, хотят объединить их в одно целое. Как вы считаете, с чего вдруг власти решили провести этот ритуал вызывания вождя? Ну, я думаю, что объяснение здесь очень простое, потому что все-таки грозят какие-то там президентские выборы, вернее, цирк с конями, который называется президентские выборы. И поэтому накануне этого дела, ну, которое назначено, соответственно, на марта 2024 года, накануне этого дела хотелось бы им и не хотелось. То есть я так думаю, что Путину, конечно, не хотелось этим заниматься, потому что он стареет. Он просто физически уже в худшем состоянии явно совершенно, да. Даже если не придерживаться мнения генерала СВР или Валерия Дмитриевича Соловья, по которой там у Путина рак, и это двойник. Но, тем не менее, Путину уже больше 71 года по официальной биографии. И, в общем, заметно, что он сдает, конечно. И видно это и по походке, и по общению. И ему, скорее всего, уже теперь трудно выдерживать такие мероприятия. Хотя вот недавно, ну, где-то там, сколько там, месяц прошел, наверное, да, вот время так летит, что уже теряешь ощущение, когда что-то происходило, да. Где он там 3 часа сидел на каком-то там форуме и вещал в креслице. Вот, так что, в принципе, такая вещь возможна. Ну, видите, они захотели разделить. Раньше это было, а пресс-конференция – это одно, а прямая линия – другое. Потому что пресс-конференция – это ответ на заготовленные вопросы журналистов. А прямая линия – это ответ на заготовленные вопросы так называемого народа. Вот. Ну, потом они подумали, поскольку все вопросы все равно заготовлены, вот, и какая им разница, зачем разделять, когда можно, так сказать, одним патроном убить двух вальдшнепов, как говорил, значит, Вальтер Шелленберг в разговоре с Генрихом Гиммлером. Вот, а Гиммлер ему отвечал: вообще-то я не охотник, но мне кажется, что это невозможно. Вот. Ну вот они пытаются такую штуку делать, потому что просто нельзя, потому что ну, взялся за гуш, не говори, что не дюш, да, назвался Груздем, полезай на пресс-конференцию и полезай на общение с народом. Но теперь мы точно будем обсуждать, кого они предъявят народу. Оригинал Путина или его двойника, да? Как вы считаете, рискнут на такое значимое мероприятие выпустить его замену? Вы знаете, вот это самое главное, чего добились каналы генерала СВР и Валерий Соловьев, потому что нам теперь уже даже не интересно, что он скажет. Нам интересно, будет ли это настоящий Путин или будет это двойник, в каком состоянии он будет находиться, какая его физическая форма. И это на самом деле для Путина самое страшное, то, что его постигает в конце его правления. Он сам виноват, потому что надо было вовремя уйти. Вот не смог он вовремя уйти, теперь, значит, он будет держаться до конца. Ну, и зная упертость Путина, он не сойдет с этого кресла, какие бы логические, какие бы правильные, какие бы прагматические доводы ему бы не предъявлялись, он с этого не сойдет. То есть он будет сидеть до конца, потому что он боится уйти из Кремля. Его испугал Медведев в свое время в 2011 году. И Путин себе поклялся, что он с этого места не уйдет никогда, потому что он понимает, что если он уйдет, то с ним произойдет то, что произошло с Назарбаевым. Да, вот есть такой хороший пример, значит, Назарбаев, его же там назначили елбасы, ввели в Конституцию, все вроде бы замечательно, а потом раз, наступает момент, когда его преемник вдруг говорит: нет, все, никакого елбасы, весь клан уничтожается, и все, и до свидания. Вот. И это, конечно, очень вещь неприятная для Путина. И в этом смысле, конечно, он теперь не отдаст эту власть.